Уже следующую карту начали. Не, новую начали. 2-1, это еще неплохо. Я вот, кстати, вообще понять не мог, это меня заблочит, это железяка или нет. Ну, кто так делает? Так, мне снова надо где-то атом искать, этот дурацкий. Вот как мне? Может, тут карты есть, а? Конечно, блядь. Может, мне его прямо оттуда из той... А, вот он, блядь. Его даже не видно из-за этого графона. Я его вообще не видел. Теперь мне надо два раза добраться до той половины. И у меня на это 88 секунд. Мой бог. А, прыгать с ней в бок нельзя. Дат гейм. Так, я уже 3-4 этих какашки набрал. Просто Чип и Дейл спешат на помощь. Во-во-во! Главный атом! Все, можно назад срыгивать отсюда. Выход, по-моему, в правом нижнем углу, да? Я надеюсь, это выход. Спасибо, Кубик, за подписку. Всегда ценю подписчиков, которые подписываются на РГГ, там, на прочих таких унылых стримах для задротов. Я очень надеюсь, что это выход. Нет, это нахрен не выход. И куда, блядь, мне идти? Где выход с уровня? Чуваки, кто знает, где выход с уровня? Совсем жизни не бережешь. Ну иди играй, береги жизни. Мне, если ты не видел, надо за 15 секунд сейчас с уровня выйти или сколько там. Выход в начале в норе. Наверное, в верхнем правом углу. Хер знает. Вы понимаете, что если вы не напишите мне, где выход, мы заново будем проходить этот уровень? Вам интересно смотреть на этот уровень? Тебе еще на лифте проехать нужно вверх куда-то. На каком лифте? На каком лифте? Где он? Этот лифт. Может, прохождение есть? Да, наверное, есть, ты знаешь. Никто не играл. Ну, заново будем тогда еще проходить это говно. Прекрасный, интересный уровень. Почему нет? Сарай слева, над ней стрелка. Это сарай, из которого я вылез в эту часть карты. Блять.
А, ну понятно. Ну понятно. Да, мне не успеть этого, наверное, сделать. 14 секунд тайм-лимит в этой игре, ну это вообще просто. А где? А, нет, это что-то другого отсчет. Я думал, это конец уровня, типа, будет. Где этот сраный фотон? Как? Так, все, понял. Вот выход. Где же эта штука, которую мне зарядить надо? Кочетков, спасибо за подписку. Я вроде ее где-то видел, а где? Так, ну я иду туда же. Сюда можно... А, все. Блин, это далеко. Хотя... Просто направо. Вонючее говнище. Ой, блин. Да чё ж такое-то, господи, чё оно его отпускает-то, я не жму ничего. Говноед вонючий. Всё. Блин. Так, ну вроде двери я открыл. Теперь главное не свариться в кислоте, там, с неудачным прыжком каким-нибудь. Все. Дурацкая игра. Saving game, please do not change. Это же мат, у тебя отчет на экране показывает, через сколько доктор отпустит заряд. А, ёлки-палки, понял. Теперь понятно. Короче, 30 хреновин и по одному каждого вида атомов надо собрать. Эх. Чувствую себя толстухой на беговой дорожке. Почему? Почему мышь кричит «Ха!», когда прыгает? Это же глупость. Я понимаю, когда доктор это делает. Да, действительно, 23 секунды и заряд отпускается. Так, собственно, зачем я понес его?
Там был ящик? Нет, вроде нет. Так, что-то не сработало. А, это просто отключение этого говна. Вообще можно, да, прыгнуть за мышь, например. Бляха. Чё, как там МПР? Я что-то свернул неудачно, не вижу матча. Нет, это походу не то. А, все, слышу, осталась только одна внешняя вышка. Да, блин! А, помните, я горел, но похвалил управление и сказал, что это значит, что дальше управление будет просто невыносимым. Так, она и случилась. Нельзя вообще никогда хвалить игру на РГГ. Сколько раз я видел, как люди это делают и потом жалеют тут же, даже более опытные, чем я. Эх, классные самолетики на MSX. Чища, сука! Какого хера? Мне дропнулось это говнище. Вот я что-то не понял, там, видимо, еще что-то должно быть. Интересно, Фантомик еще проходит свое РГГ, мне кажется. У него должно было мощно пригореть. Но я не понимаю, как можно дропнуть Battletoads and Double Dragon. Так, а че я опять туда-то? Блин, не могу следить за этой игрой, если честно, так. Уныло. Так, 9. Не понимаю, куда дальше-то идти. Я думал, я там наверху найду хреновину, которая активирует лифт. Или мне сейчас надо наоборот убрать этот фотон оттуда, чтобы лифт заработал. Фотон, протон, не знаю, почему я это так называю. Просто здесь я, по-моему, я все пропрыгал. И слева, и справа, и сверху, и все. Здесь ничего больше нет. Так, снять его нельзя. Ну, я сейчас, наверное, глупость делаю, но вдруг повезет. Ну-ка. Не, нихера. Мне еще одному понравилась эта игра, цветовая гамма, сколько деталей. Ну да, наверное, тебе одному.